Прокуратурой города направлен иск о взыскании расходов на лечение потерпевшего с осужденного. Находясь в нетрезвом виде, он ввязался в конфликт с сотрудником бара и нанес ему удар графином по голове. В результате работнику бара был причинен легкий вред здоровью. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем он проходил лечение, на что затратил денежные средства. В декабре 2017 года иск был подготовлен, направлен в суд, Губкинский районный суд. Сумма иска, которая подлежала взысканию с виновного лица, составляла более 10 тысяч рублей. Накануне Губкинским районным судом исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Сумма, которая заявлена была, будет взыскана с виновника данного преступления. Если ответчик самостоятельно не возместит данную сумму, то исполнительный лист будет направлен судебным приставом для принудительного взыскания долга.